Всем доброе утречко, всем, кто сейчас будет завтракать, желаю приятного аппетита. У нас овсяная каша, солнечное утро, ну, конечно, уже было и мрачно, и солнечно,
Сейчас еще кофеек. Ну и все. Всем еще раз приятного аппетита и хорошего дня. Сейчас разгружаю посудомойку. Вот они, эти стаканы, бокалы, то есть, да, которые вчера купила в Икее. Ну, хорошенькие стаканчики такие для дачи. Сейчас вот я их помыла обратно в коробку. Складем и отнесем. Пусть там в коробке стоят. Они такие, ну, не тоненькие. Как раз вот для дачи хорошо. Даром считай. 6 евро. Ладно, это потом уберу. Сейчас еще хоть бы не побить. И все, чистые пойдут на дачу. Это, кстати, вчера Коля мне купил цветочки, да, Коля? Такая красота. Они сейчас еще побольше раскрылись. Такие цвета красивые. Прелесть. Ну, солнышко опять немножко вышло. Но вообще там затягивает. Черное аж небо там. Надо сейчас пойду в цветы, добавлю землю. Пересажу те цветы, которые купила. А, насчет штор, да, если что, девочки. Вот, если что, смотрите вчера видео, которое вышло, да, с Икеей. Я там показывала вот эти шторы, и там вот этот артикль номер, или как он там называется, да, как называются, все есть там. Так что смотрите предыдущее видео, там все вот эти серые шторы, и про наш этот, сейчас покажу. Ну, этот ТВ-банк, да, который под телевизором, тоже там такой есть, только он с тремя дверьками был. Вроде бы я так не обратила внимания. Были у нас здесь из двух частей. Он, да, вот одна часть, вторая, по две. А так я сильно не обратила внимания. Вообще мы так не ходили именно смотреть, чтобы мебель. Вот я увидела, думаю, сразу вам скажу. Тоже там есть название вот этого комода. Ну, а вот эта ваза, которую в Икее взяли. Воду все равно надо было менять, поэтому я так переставила. Свежей воды налила. Ну, конечно, не для этого букетика, а для других цветов. Ну, пусть пока. Босик, у меня один цветочек сломался. Тебе подарить? А? Пошли? Подарить тебе цветочек? Коля, тебе подарить цветочек? Да, нет. Только Коля, а чего не хватало тебе? Так, ну а сыну я на завтрак буду делать пышки. Это мне мама давала тесто. Еще помните, как-то мы у мамы были, она делала из творога такие пышки. Я, если что, напишу вам, да? Кстати, там одна подписчица уже писала рецепт, но я не знаю, он точно такой или нет. Ну, короче, напишу. Пышки такие с творогом они. Так как мы-то поели кашу, а ему сделаю пышки. Главное не забивать мукой это тесто. Сильно тонко тоже не надо. Ну и птички чирикают. У меня там еще лежит кусочек теста. Вот не помню толщины какой, по-моему, это я тонко сделала. Ладно, сейчас порежу, немножко полежат. Ну я так, небольшие. Там босик хрумкает за кадром. Уже какой раз. Ненасытный, да, босик?
можно как сворачивать, как кремли доделать. Ну, я так, по-быстрому. Всем привет, а то я с вами даже так не поздоровалась, да, сейчас буду нагревать сковородку. Кстати, вот эта клубника, она так вкусно пахнет, но на вкус не очень. И такая прям красивая она, вот как наша клубника. Там, я имею в виду, в Казахстане была, потому что здесь обычно какая-то переросшая, какая-то корявая, это прям красивая. Так что будем нагревать сейчас сковородку. Масло. Я уже тоже делала такие пышки, как-то, может быть, кто помнит. Но рецепт я обязательно вам оставлю. Потому что очень вкусно получается. Просто у мамы, когда были, она сделала, говорит, много, ну и дала, потому что у меня сын любит. У нас вообще все мамины внуки, все любят эти пышки, тесто. У меня вот записан здесь этот рецепт. У меня вообще было на 500 грамм творога, но здесь на 250, потому что на 500 очень плохо потом все это, знаете, перемешивать тесто, это неудобно. Лучше на 250 грамм творога. И главное, чтобы, вот как мама сказала, масло, чтобы не перегревалось сильно, тоже надо учитывать. Если перегреется, то не начинает сразу как бы гореть. И не то. Так что посмотрим. Ну, а это еще не нагрелось, наверное. Так. Я на семерочку сейчас поставила. Ну, в морозилке у меня это тесто лежало. Сказала, не сказала. Вообще хорошо вот так, если правда, если на полкилограмма творога сделать, распределить, ну, сколько вы там едите, да? И потом достал порцию, пожарил так на раз и все. Ну, как сказала, мешать неудобно. Слишком много теста получается. Оно должно прилипать немножко к рукам. Главное их не пережарить еще. Ну все, пышки пожарились. Коля уже слопал, да? Вкуснотень, вообще. Тёщенька, спасибо. Ну, за тесто. Надо будет сделать тоже, чтобы тесто было в запасе. Но надо было, чтобы все равно оно немножко полежало. С морозилки ж я вытащила, да? Так лучше, когда свежие. Но ничего, все равно вкусно. С творога вообще обалдеть, с чаем сейчас сын будет. И как раз японский учить. Он всегда, когда кофе пьет или чай, вот... Сидит, занимается. Ну все, всем приятного аппетита. Тот, кто кушает. Ну, на обед сегодня я буду варить вот такой, с такой приправой. Да? Ну, по-русски, если так скажем, это как тушеная картошка, да, тоже такое. Просто добавляется сюда не такое мясо, а фарш я буду делать. Вот здесь вот тоже написано, что фарш. Но я такое часто делаю. Тут, одна, правда, 300 грамм картошки, 250 грамм этого фарша и одна паприка. Но у меня здесь три паприки, морковка.
картошка, лук. Короче, не то, что тут стоит. У меня все по-другому. Ну, в принципе, да, тот же самый. Просто тушим, как тушеную картошку. Сейчас у меня обжарился фарш. Я добавлю лук, овощи сразу же и картошка. И все это перемешивается, добавляется вот эта приправа. И водой заливается. Тоже так вкусно. Ну, мои любят. Я такое не очень, но мои любят такое. Так что будем сегодня такое варить. Картошечка моя варится. Сейчас свежую зелень положу обязательно. Потом, когда уже сварится, сделала такой салат просто здесь. Ну, такой всякий разный там. Айсберг такой красный, помидор, огурец, тоже зелень. И буду вот с таким вот специально для салата, да, такой дрейзинг на йогурте в конце уже. Блюдо получилось. 30 минут и готово. Ну, картошка у меня такая, которая разваристая. Он такой не жидкая получилась. Так что буду сейчас накладывать. Деревенский обед. Как раз с багетом. Ну, вот такой вот у нас обед. Здесь салат. Сейчас я его перемешаю. Это у меня тарелочки. Я поставила такие кисюшечки под салат. Потому что как-то, когда в такое блюдо, не очень хочется, чтобы лежал салат сверху. Ну, а себе сейчас я подогрею. У меня еще гречка осталась. Я не очень пока хочу это и с салатиком. Так что всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Ну, все. Можно собирать уже стулья. Короче, на улице дождь. Лето закончилось, уже не посидишь, только зря пылиться будет. Надо будет сейчас собрать. Ну, а на этом я уже, наверное, буду заканчивать свое видео. Всем хочу сказать огромное вам спасибо за ваши лайки, комментарии. Конечно же, нам очень приятно, да, вот как и любому другому человеку, когда что-то хорошее скажут, да. Ну, а если плохое говорят, то это у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело, и все. Я даже не зацикливаюсь. Вот, например, вчера мы ехали с Колей в машине, да, немножко так рассуждали. Ну, таких пару, да, было комментариев. Там сразу видно по человеку, какой он, да, что для него важно. Для него лично важно было, которое мне написала, да, материальные. Для нас нет. Мы имели в виду вот уделять время про наших родителей, чтобы немножко для себя они жили, да, не только пахали, работали, а немножко для себя. Мы имели вот это в виду. А кто там что подумал, это ваши проблемы. Если для вас финансы самое главное, конечно, финансы это немаловажно, да. Ну, например, для жизни много и не нужно денег. Главное, чтобы было что поесть, на чем ездить и куда съездить. Все. А мне кажется, много денег – это уже лишнее, это уже портит человека. Так что мы так думаем, а как там уже остальные думают – это ваши проблемы. Так что, ну все, закончим на этой ноте. Все равно вам самого хорошего желаю, даже моим таким зрителям, недоброжелателям. Да, все равно вам самого хорошего. Главное – здоровье, жить на позитиве и не болейте. Все, всем пока!